Доброго времени суток! В последнее время все больше и больше пользователей включают себе ночной режим на YouTube. Обусловлено это несколькими причинами. Многим пользователям смартфонов и компьютеров со временем надоедают привычные темы, и они стремятся разнообразить интерфейс программ и приложений. А еще ночной режим на YouTube не так сильно бьет по глазам ночью, когда человек уже привыкает к темноте и практически готов ко сну. Разберемся, как включить ночной режим на YouTube, в браузере, на персональном компьютере и в приложении на смартфоне с операционной системой Android. Ночной режим в браузере. Кликните по вашему аватару в правом верхнем углу. В выпавшем меню выберите ночной режим. Включите ночной режим, кликнув по ползунку. Теперь у вас включен ночной режим, или, как его еще называют, темная тема. Обратите внимание, что данная настройка привязывается к браузеру, и при входе на YouTube при помощи другой программы ночной режим может оказаться выключенным. Ночной режим в приложении. Зайдите в приложение YouTube. Нажмите на ваш аватар в правом верхнем углу. Выберите «Настройки», затем «Общее». Нажмите на ползунок напротив ночного режима, что позволит поменять цветовую схему на темную и уменьшить яркость экрана. Выключить или включить ночной режим вы можете в любое время в том же месте. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.